Добрый день, меня зовут Дмитрий Дубенко, я являюсь специалистом по продукту техники КАТ компании Amur Machinery. И сегодня мы представляем вашему вниманию новый грейдер КАТ-160K. Данная модель является дополнением к существующему ряду автогрейдеров КАТ. Особенностями КАТ-160K являются надежность, производительность и низкие эксплуатационные расходы. Масса машины составляет около 22 тонн. Грейдер оснащен передним отвалом шириной 2,75 метра, средним отвалом шириной 4,3 метра, а также пятисточечным рыхлителем. На машине установлен проверенный временем двигатель КАТ-С7 с возможностью аварийной остановки с уровня земли. Грейдер оснащен 8 передачами вперед и 6 назад, что позволяет достигать скорость 46 км в час передним ходом и 36 км в час задним. Хорошая обзорность кабины позволяет контролировать рабочие зоны вокруг грейдера, повысить безопасность и качество выполняемых работ. Конструкция кабины обеспечивает комфорт и удобство оператора на протяжении всего рабочего дня, а органы управления и приборная панель интуитивно понятны. КАТ-160K – это надежная, экономичная и производительная машина, которая уже хорошо зарекомендовала себя на объектах заказчиков.